Друзья, всем большой привет! Недавно компания Porsche представила совершенно новый Macan, который не только серьезно обновился внутри и снаружи, но и получил совсем другую техническую часть. В его основе теперь лежит новейшая платформа PPE, а под капотом мы больше не увидим шумных бензиновых моторов. Отныне Macan будет доступен только с электрическими силовыми установками. Если говорить о его внешности, то тут производитель попытался сохранить узнаваемость модели. И в целом у него это получилось. Характерная форма и пропорции старого Macan сохранились. Отличается он больше всего за счет новой передней части, где мы увидим современную двухэтажную оптику и некоторые детали от Тайкана. Также его более упитанный кузов говорит о том, что он немного прибавил в размерах. На самом деле так и есть. Новый Macan чуть больше старой модели. И это, конечно же, положительно сказалось на его внутреннем пространстве и объеме багажника. На старте продаж новинку предложат в двух версиях. Это 630-сильный Macan Turbo и Macan 4 с отдачей в 408 лошадиных сил. Если говорить о базовой версии, то она сможет разогнаться до первой сотни за 5,2 секунды, максимально достичь 220 км в час и проехать на одной зарядке 613 км. Цены на начальной версии мы выведем вам на экран. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!